Полная концентрация и настрой на победу в Лиде состоялся турнир по вольной борьбе памяти заслуженных тренеров Беларуси Иосифа и Владимира Волчков. Соревнования объединили на борцовском ковре 230 юношей и девушек со всех уголков нашей страны. На протяжении двух дней поединки проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпия». Участники турнира прибыли в город в четверг, 12 октября, и провели предварительные схватки. Торжественное же открытие состоялось 13 октября, после чего начались финальные поединки. За кубки боролись в 23 весовых категориях юноши 2009 года рождения и младше, а также девушки 2006-2008 годов рождения. Мы приехали с Плещинского государственного училища Олимпийского резерва. Мы приехали сюда командой, нас 12 человек. Турниры мы посещаем раза 3-4 в год. Турниры, ну, это просто, чтобы побороться, понять, на что ты способен. Ну, мне это заинтересовало еще вот с маленьких лет просто. Мне нравится вот выносливость, характер развивается в этом спорте. Турнир традиционный и очень важный для Лидской земли, в первую очередь для развития борьбы, а также памяти выдающихся тренеров. Соревнования посвящены братьям Волчкам, которые работали в местных спортивных школах. Их воспитанники входили в состав национальной сборной страны по вольной борьбе и покоряли Европейский Олимп. Называю себя и другом Владимира Ивановича Волчка. Это человек был большой души. Ну, я бы сказал, сотни тысяч учащихся прошли через его руки. Я вот рад, что традиции эти продолжаются, что выросла смена. Сегодня молодые тренера, судьи, ребята работают уже сами и воспитывают детишек как раз. Ну, отвлекают их, можно сказать, с улицы, делают настоящими людьми. Здесь, надо сказать, загораются звездочки, которых мы увидим на мировых стартах потом. То есть это турнир, он в сетке событий борцовских, скажем, нашей республики, он занимает такое существенное место.